Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. Другие по живому следу пройдут твой путь за пять и пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать и должен ни единой толькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Драгоценные слова Бориса Пастернака.